Саровским спортсменам удалось распечатать ворота соперников уже на первых минутах игры. Проведя несколько острых атак, хоккейный клуб «Саров» забросил сеченовцам еще 3 шайбы, получив в ответ 1. Во втором периоде за воротами гостей зеленый свет загорался еще 3 раза. Отыграться в этом матче сеченовцам так и не удалось. Уже в третьем периоде хозяева льда окончательно закрепили свое преимущество и закончили игру с разгромным счетом 8-2. Более-менее, как бы, ну, не вот уж прям доволен, но удовлетворительная оценка для первого этапа. Посмотрим, что будет на выезде. Хоккейный клуб «Сеченово» еще совсем молодая команда и в играх высшей хоккейной лиги участвуют впервые. Перед каждой игрой ребята ставят перед собой задачу вернуться домой с победой, но пока спортивная фортуна обходит их стороной. Моментов много не реализовали, было много, забили бы, может быть, игра была интересна. А так в обороне плохо сыграли. Следующую встречу Саровской ледовой дружины проведет на выезде 29 февраля. Наши спортсмены вновь скрестят клюшки с сеченовцами. И если они одержат победу, то обеспечат себе выход в полуфинал. А это значит, что у саровчан есть все шансы стать чемпионами Нижегородской области среди мужских команд высшей хоккейной лиги. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».